улучшились условия. Стал современным кабинет, появилось новое оборудование, тонометр, пульсоксиметры, измеряем сахар, холестерин на приеме, проводим сразу мини-диагностику. Появился выход в интернет, то есть мы можем проводить онлайн-конференции, совещания, планерки, консультироваться с узкими специалистами. Для пациентов, конечно, проще стало, потому что свой семейный доктор, он знает, и знает как бы диагноз каждого и старается помочь. Отношение у врачей очень хорошее, в принципе, как оно было, так оно и осталось такое отношение. Но главное то, что появилось достаточно очень много оборудования, специальных комнат много, например, даже солевые комнаты, там вот есть, в которых можно поводить детей, которые часто болеют. Как бы это, я считаю, что очень огромный плюс.